Даже не посмотришь. Ну? Все чисто. Говорила, что у меня нет никаких дел с наркотиками, а ты не верила. Даже неисправные часы 2 раза в сутки показывают точное время. Не надо мне тут. В чем дело? Ты мне кое-что обещала. Что? Сестра, ну прости меня уже, а? Здравствуй, сестренка. Добрый вечер. Надеюсь, ты голодная. Я приготовила индийское блюдо. Меня ему Джумпа научила. Она была моей соседкой, когда я жила в общежитии в Лондоне. Посмотрим, понравится ли. Ну, надо же, я удивлена. Ты до сегодняшнего дня стакан чая мне не налила. Или же ты и вправду изменилась, или подлизываешься, чтобы остаться у меня. А может быть, я тебя правда люблю? Милек. Оставь меня, оставь, пожалуйста. Ну ладно, прости ты меня. Мне очень жаль, ну правда. Не обижайся, у меня просто сорвалось с языка. Я же не привыкла к такому твоему поведению. Я изменилась, сестра. Я не прежняя, Милек, почему ты мне не веришь? Я заметила. И очень удивляюсь. Я верю. Ну ладно тебе уже, прости. Пошли есть твое индийское блюдо. О, пахнет прекрасно. Какой же способной девушкой ты стала? Лондон пошел тебе на пользу.